Итак, начинаем работу. Два яйца. Но у меня яйца мелкие, поэтому беру три. То есть, если два, то крупные, если три, то мелкие. Стакан сахара. Стакан кефира. Разрыхлитель. Чайная ложка, полторы. И мука. Один стакан. Стакан муки. Все тщательно перемешиваем. Сначала на маленькой скорости, чтобы не брызгало. А потом можно и побольше включить. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Немножко. Предварительно положив на дно бумагу для выпекания. Так будет проще снимать наш корж. Остывшие коржи разрезаем вдоль и промазываем сметанным кремом.